О, здорово! По официальным данным, сегодня мне предстоит проверить 24 вагона. Ну, а если взять неофициально? А неофициально на 3 вагона меньше. Почему? Расскажу попозже. Прошлую смену терминаторскую, или в прошлом ролике терминаторская смена, да? Мы этого Дениску, не Дениску, а то сейчас обидятся на меня, а Дениску вот этого пытались отремонтировать и пришли к тому, что у нас есть засов в промежуточном бачке. Кто смотрел, знает. С той смены мастер все-таки не полностью согласился со мной, поэтому решил поделать сам здесь, поремонтировать. И пришел к тому, что, ну, сказал, что шиберная задвижка сброса была не полностью закрыта, поэтому воздух выходил через нее все. Но я же ее менял, и она стоит новая. Но в итоге все-таки он добился того, чтобы вот такой контроллер, он считает, что он неисправный, вот такой контроллер, и поэтому сказал, что вот надо его поменять, а таких у нас, к сожалению, не осталось целых исправных, поэтому он пришел к тому выводу, что вот все же контроллер неисправный. Но мы же пробовали менять контроллеры несколько штук. Я снимал с фунтика контроллер исправный, пытался поставить, ничего не работало. В общем, с моей смены мастер сейчас, для того, чтобы еще раз убедиться, нашел новый контроллер исправный, один, он у нас на случай лежит, на проходящие составы, которые ремонт запрашиваются. Он мне дал все-таки и сказал, что вот давай еще раз проверим, все же, заработает или нет с исправным контроллером, прав мастер с той смены или не прав. Вот. Ну что же, у меня все подключено, я нажимаю. Если воздух просто сейчас выходит и ничего больше не происходит, то значит все же дело не в контроллере. Погнали! Не работает? Ну что, настало время проверять 120 состав. Вагончики. Состав прибыл. Сейчас пассажиры выйдут. А пойдем следом мы проверять оборудование. А че? Индикация не загорается. Ладно, задам вопрос соседнему цеху. Пофиг. Я хотел посмотреть утечку плюс-минус, есть, нет. Замыкание, ну, на землю. Ну, даже так вот при проверке индикационной ничего не происходит. Не загораются диоды. Ладно, подскажу, посмотрят. Ну, здесь загораются. Так-то утечки нет. А там индикация не загорается при нажатии на две клавиши. Юные спортсмены занимаются, чтобы не засиживались. Бегают по перрону туда-сюда, пока поезд стоит. Видать, на соревнования куда-то едут ребятишки. Вот. Занимаются пробежкой, пока стоянка у поезда. Молодцы. Так, смотрите, какой вагон старенький. Старенький, да. Проводник сказал, что розетки через раз работают. И микроволновка тоже, то включится, то нет. Только шел, столько электропоездов было, здесь все пути были заняты. Одна осталась электричка. Пока состав проверял, так все уже уехали. Ладно. Такой ветрище поднялся. Я двинул на обед. После обеда включусь к вам. После обеда. Те, кто пошел тоже обедать, приятного аппетита. Тут в обед образовался вдруг ремонт у нас такой. Он и вовсе не тяжелый. Как 3 рубля простой. Всего-навсего лишь нужно кнопку смыва поменять. Это может каждый сделать, даже глупенькая. Тише, тише, тише. Никакие там Б. Пошли просто кнопку смыва поменяем и все. А по ходу пьесы уже расскажем, в чем причина. Пойдемте. Вот
эту пневматическую кнопку надо поменять на новую. Здесь стоит такая мембрана, вот, которая у нас при нажатии... Коробка упала. При нажатии дает вот глоток воздуха. Сюда подключается воздушный шланг. Она дает глоток воздуха в активатор. И он у нас срабатывает один цикл на смыв унитаза. Здесь стоит старая мембранка. Она уже не дает должным образом глоток воздуха. И поэтому при нажатии, если, например, нажать тихонечко, вот так, он не сработает. А если резко сильно нажать, прямо, ну не будет же пассажир вот так бить по кнопке. Поэтому надо поменять. Чем мы с вами, дорогие друзья, сейчас и займемся. Ну, засранка, а. Да, мембране хана. Нет, она ведь не просто упала, а упала и укатилась. Вот ведь... Молодец. На часах у нас 3 часа доходит, в 4 часа комиссия. Как раз сейчас я шел там по улице, синизацию проводили. Я, наверное, сейчас по составу пройдусь еще раз, посмотрю, все ли в порядке, все ли вакуумные установки, все включено, чтобы на ПДК комиссии вопросов не возникало. Ну и также вот соседний состав проверил, вот Новороссийск, после откачки, после синизации, чтобы все было хорошо. Ну и откачные потом по улице послушаю, как они себя ведут. Вот. Потому что вдруг подкачный воздух травит. Не всегда же слышно, не сразу же, вернее, слышно. И не сразу поймешь. Еще машина плюс стоит, работает с насосом. Громко все это. Вот так вот. Какие вот мы такие вот ходим тут. Эй, там, йоу, хип-хоп, как там тебя? Ты можешь какую-нибудь музыку поставить, пока мы вагончики проверяем? Ну да, в стиле своем, хип-хоповском. Можешь? Йоу, да о чем речь, сейчас будет!
Йоу-йоу-йоу, ребята, как вам мой трек? Зацените, пишите, я буду очень вам признателен. Ву! Ну, я думаю, что твое творчество оценят по достоинству, господин хип-хоповец. А у нас что? У нас, как обычно, мы прошлись, ну, я прошелся по составу, все посмотрел, все хорошо. Прошла ПДК комиссия практически без замечаний, одно было, но незначительно. Я его быстренько устранил, но была нежданная замена вагона, не по нам, по другому цеху. Вот, видимо, не оказалось запасных частей, поэтому вагон решили оставить здесь, а прицепили у другой вагон. Ну, слава богу, дали зарядку, поставили в состав, мы проверили, все работает, все хорошо. Ничего нам сломанного не было. Поэтому сейчас досиживаем смену и потом быстро-быстро-быстро бежим домой, мыться, душ, отдыхать и готовиться к завтрашнему дню. Ну вот, как вы поняли, я уже дома. Как я досижу смену, я вам снимать не стал, потому что, ну, бессмысленно, нечего там снимать. Пока ехал домой, пошел дождь, поэтому я промок. Тоже снимать не стал дорогу. Моя бейсболка вообще вымокла, ну хотя бы я сухой. Ну, немножко рукава, вот тут как бы у меня они не балоневые, поэтому тоже промокли. Немножко даже замерз, поэтому домой торопился, ничего не снимал больше. На этом ролик заканчивается, я с вами прощаюсь, с вами был я. Как всегда вам скажу, улыбайтесь, вам это идет. Особенно пожелаю вам здоровья. Спасибо, что пишете комментарии, ставите лайки. Я, конечно, об этом вас не прошу, но благодарю вас всегда за это. Что еще могу добавить? Я побежал в душ. Я побежал ужинать, отдыхать, монтировать ролик, выкладывать его вам. Поэтому до следующих роликов. Пока. Всем пока.